О тяжелой ситуации в больницах каждый день заявляют и медики. Одна из них, студентка медуниверситета, рассказала трогательную историю о пациентах. Медсестра Альбина учится на 6-м курсе. В обсервации уже второй раз. По ее словам, сейчас самый пик второй волны. Койки действительно стоят в коридорах больниц, а места все время заканчиваются. Красноярцев тронула история девушки о двух пациентках, матери и дочке. У обеих был ковид. Но дочь попала в реанимацию, а мама ждала ее возвращения и каждую минуту выглядывала из палаты в коридор. В тот день, когда ее дочку действительно уже вернули к нам в отделение из реанимации, ее завезли в палату к ее матери. Плакала вся палата, плакал весь персонал, потому что это очень трогательно было. Они поправились просто. Сразу представляю, что на их месте могла бы быть твоя мама или твоя дочка –